Приветствую вас, дорогие друзья, на канале, на котором я рассказываю о своем опыте эксплуатации своего Geely Coolray 2020 года. Прошу об убедительной просьбе над этим видео поменьше плохих и гневных комментариев, что купили Китай, заржавеет и все гадости. Такие ситуации могут случиться абсолютно с любым автомобильным брендом. У каждого есть какие-то маленькие недоработки, косяки, все это исправимо и нет никаких проблем. Первое, что я хотел бы сказать. Спасибо большое всем владельцам Geely Coolray, общего нашего чата Telegram, за предоставленное видео и фотографии всех дефектов, которые были обнаружены на протяжении долгой эксплуатации. На данный момент на машине 11 тысяч пробега. Завтра я поеду на ТО. И уже сегодня это выйдет видео, и уже будут все знать о каких-то болячках. Ранее я говорил в своем видео, что щетка дворника бывает неправильно расположена. Я ездил к дилеру, и они отрегулировали щетку, и теперь она расположена правильно на нитях. В конце видео вы увидите то, что нить обогрева заканчивается вот до сюда. И она обогревает только половину дворника. Здесь нету нити. Поэтому я так понимаю, что зимой эта часть будет необогреваемой. Это конструктивный недостаток. Не знаю, насколько видно, сегодня минус один, примерно минус два. Щетки задубели со стороны пассажира. Не прочищают достаточно большую полосу. Подогрев зоны не помогает. По шумам стоек, обратите внимание, все поначалу думали, что это только у меня такая проблема, но многие действительно столкнулись. Скорее всего, это зависит от партии машин. Дверные, вот здесь у меня никакого разбора не было никогда, машина с завода, но имеет вот такие щели в дверных уплотнениях. Отсюда поступает воздух и идет как раз таки через вот эти щели. Это пассажирская дверь. Здесь щель, уплотнитель дверной. Он никак не зафиксирован, и понятное дело, что он плотно не прилегает. Здесь вот вообще как будто порван, непонятно. Должен заходить вот туда. В паз и держаться, но почему-то не держится, а может и не должен. Ну как-то так. Да, с уплотнителем есть какая-то беда. Видно, что вот этот паз не заходит. Не заходит вот этот металлический молдинг. Также я очень рад, что ранее в своих видео я рассказывал о слабых местах. Это капот и крыша. Вот обратите внимание, всякая мошкара, да? Езда по трассе. Все это вот так вот выглядит. Все это засоряется. Естественно, может и камень прилететь. Вон, бабочка вообще осталась у меня здесь. Сетку, тем более, я поставил. Я езжу постоянно по трассе. Я считаю, защитная сетка обязательно должна присутствовать в данном автомобиле. Вот, я очень рад за владельцев, которые, в принципе, меня услышали, начали хоть частично бронировать капот, крышу. Вот моя кромка крыши. Все хорошо, это пленка, но просто имейте в виду, что без пленки была бы ситуация намного печальнее. Также по моей эксплуатации моего автомобиля. Я ездил в детейлинг-центр проекта Есенин для дефектовки пленки. Ну, конечно, они меня разочаровали очень сильно. От рукожопости их мастеров упал телефон и оставил вот такую вмятину. Здесь идет стык как раз-таки между пленкой. Это часть пленки, это голый пластик. И получилось так, что вмятина оказалась прямо на стыке. Я к тому, что все-таки пластик намного мягкий в самом автомобиле. И действительно, в целом, друзья, машина отличная. Я ее всем рекомендую. Я покупал ее первым из первой партии, которая
была произведена для рынка Российской Федерации. Я понимал, на что шел, многие понимают, на что идут. Понятное дело, что могут быть какие-то недоработки. Поэтому это видео сугубо для завода, чтобы все эти косяки исправлялись в дальнейшем. Также вот есть косяки по поводу приборной панели с тем же самым тормозом. На удивление, в новых партиях эту ошибку исправили. Я поеду к дилеру, надеюсь, может, мне дилер сможет что-то сделать, потому что только у меня одного осталась такая проблема. В новых партиях этой проблемы уже нет. Поэтому всем добра, ребят. Пожалуйста, хватит гневных комментариев. Так что, ребят, давайте будем культурными, ценить друг друга и не ругаться. Всем удачи на дорогах. Проверка на качество сборки моего Geely Cool Ray. Так, небольшие налеты ржавчины, совсем маленькие, под сиденьем. С левой стороны нормально. Посмотрим на пассажирском. Небольшие точечки. Ну, не особо критично, как у многих других, кто показывал это на видео. Совсем небольшие точечки. И задний диван. В принципе, все чистенько, все нормально, все здорово. Диван снимается вот этими пазами. Достаточно просто дернуть вверх. Пытаюсь надеть на заднее сиденье чехлы. Приподнял нижнюю подушку и заметил, здесь просто тонну пыли. Мне кажется, так не должно быть. Возможно, дело вот в этой штуке, которая не закреплена должным образом. Пока еще не знаю, что это такое, может, подскажете. Ну, короче, вот такая вот странная штука. Как вам такое, ребята? Прикольно, да? Вообще огонь.
для тех, кто любит залазить в дыры. Включаем свет. Вот такая же фигня, короче. Не знаю, слышно будет или нет, но, короче, вот такое вот веселье есть. Повышаю обороты. Как будто вентилятор шаркает за что-то.